Нововведения в законах, вступающих в силу в июне, в основном приятные. Начиная с выходного праздничного дня 12 июня, который выпадает на среду, и заканчивая ростом доходов. Печани, которым исполнилось 80 лет, и инвалиды первой группы, признанные таковыми до начала лета, получат двойную фиксированную выплату к страховой пенсии. При этом общая сумма выплаты составит 16 269 рублей. Писать заявление не понадобится, перерасчет сделают автоматически. Всех остальных с 1 июня ждут изменения в правилах оповещения о страховых и социальных пенсиях. Информацию о размере, условиях и сроках начисления пенсии будут рассылать через госуслуги или по электронной почте. Немного осложнится жизнь получателей пособий, иначе будут учитывать сумму алиментов. Будет считаться объем фактически поступивших средств. При этом, если алименты установлены не судом, а соглашением между родителями, то в расчеты пойдет не меньше 25% от минимального размера оплаты труда. Эту сумму будут учитывать в доходах семьи, даже если алименты не поступили. Зато не будут учитываться доходы работающих подростков, если они при этом одновременно учатся в школе, техникуме или вузе. Безопаснее станет отдых. Все, кто водит путешественникам по опасным сложным маршрутам, будут обязаны проходить соответствующую аттестацию. А для детского лагеря понадобятся новые справки. В них будут указывать сведения о наличии аллергии, перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах. Это поможет при необходимости правильно оказать помощь ребенку. Позаботятся и о здоровье курильщиков. Правда, адептам этой нездоровой привычки это, скорее всего, не понравится. Маркировка сигарет и вейпов станет цифровой. Каждую пачку снабдят уникальным QR-кодом, поэтому переклеивать акцизные марки на другие пачки продавцы не смогут. Кроме того, с 1 июня маркировка пива и слабоалкогольных напитков заработают в полную силу. Продавцы должны будут передавать данные о продаже каждой бутылки или банки в единую информационную систему. И, наконец, вырастут штрафы для коммунальщиков. Для ресурсоснабжающих организаций ужесточат наказание за предоставление некачественных услуг ЖКХ, подачу грязной воды, отключение света и отопления зимой и другое. Штрафы составят до 100 000 рублей.